А знаешь, все еще будет песня Марка Менкова на стихи Вероники Тушновой. Марк Менков у нас в зале, давайте поприветствуем его. Ну, а песню вы слышите в исполнении Аллы Пугачевой. Знаете, стихи Вероники Тушновой каждая школьница в 60-е годы держала под подушкой. Это была поэтесса, которая писала в то время, в 60-е годы, о любви, пожалуй, так искренне, как никто. И поэтому многие музыканты, композиторы писали песни на ее стихи. Она была сама музыкально бесконечна. И ее очень любили поэтому все. Песня «А знаешь, все еще будет» появилась в 1983 году. В 1983 году студент Фред Кохен создал первый документально запротоколированный, зарегистрированный экспериментальный компьютерный вирус. Какие-то, знаешь, все-таки умные ты. Он действительно писал докторскую диссертацию свою. Ну, докторская – это американская, это наша кандидатская. И записал слово «вирус» и зафиксировал это. И вот с тех пор мы мучаемся. Ну, а программист Жарон Ланьер предложил тем временем термин «виртуальная реальность». Понятно, ребят, я пытался недавно объяснить моей родственнице одной, что такое виртуальная реальность. Получилось у вас? В общем, плохо. Я сказал, все, что не жизнь, все виртуальная реальность. На самом деле это компьютерная графика и компьютерная анимация, трехмерная, которая в компьютерных играх используется. Но поверьте мне, жизнь значительно лучше. Ну, а американец Дик Смит в 1983 году впервые в истории облетел вокруг Земли на вертолете. Их нравы, Ленка, ничего не могу сказать. Жаль, что вас не было с ним. Поэтому он и облетел, до конца облетел. Вероятно, да, ему хватило топлива. Ну, а в нашей программе «Жизнь прекрасна» песню «А знаешь, все еще будет» представляет Екатерина Гусева. Катюша. Улетаешь, лети, пожалуйста. Улетаешь, лети, пожалуйста.